Грех не имеет цены, его нельзя выкупить обратно, пока не будет выкуплено обратно само время. Если испытываешь по-настоящему глубокое чувство, не стыдись его проявлять. Каждый берет от жизни то, что может. И если человеку многого в жизни не доставало, он старается любым способом возместить недостачу, пока удача на его стороне. Проницательность ума – это совесть остроумия. Суеверие – чудовищное, почти неодолимое чувство, благодаря которому мирный человек стоит, как бы среди исполинской мельницы Вселенной, оглушенный и одинокий. Каждый из нас уверен, что он важнее и лучше других, но только дураки и тупицы имеют смелость признаться в этом. Всему ища вину вовне. Я злился так, что лез из кожи, а что вина всегда во мне, я догадался много позже. В чужую личность мне не влезть, а мной не могут быть другие. И я таков, каков я есть, а те, кто лучше, не такие. Хотя стремясь достигнуть и познать, мы глупости творили временами, всегда в нас было мужество признать ошибки, совершенные не нами. Ах, мое пытают сердце, воспламеняют нежным взглядом. Но стоит сердцу разгореться, надменным остужают хладом. Сгорю ли я в горниле страсти, иль закалят меня напасти? Любовью оскорбить нельзя, кто б ни был тот, кто грезит счастьем, нас оскорбляют безучастием. Когда мы любим, мы теряем зрение. Сама по себе жизнь – это не зло и не благо. Жизнь – это вместилище и блага, и зла, в зависимости от того, во что вы лично ее превратили. Мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие. Желание того, чего у нас нет, разрушает пользование тем, что у нас есть. Побежденному победитель оставляет только глаза, чтобы было чем плакать. У меня есть три совета нашей молодежи. Работать, работать больше, работать до самого конца. В конце войны ни один из немцев, отупевший от крови, не будет в состоянии понимать, за что он сражался. Самая великая сила человеческого духа не в избежании неудач, а в умении подняться после каждого падения. Часто смеяться и много любить, иметь успех среди интеллектуалов, завоевать внимание к себе со стороны честных критиков, ценить прекрасное, отдавать всего себя чему-то, оставить мир после себя чуть-чуть лучше, хотя бы на одного здорового ребенка, знать, что хотя бы одному человеку на земле стало легче дышать от того, что ты жил, все это значит преуспеть.
Говорят, что любовь слепа, но доброта обязана быть сознательной. Мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда. Удовольствия неизбежно порождали чувство вины. Бескорыстные поступки вознаграждались унижениями. Получался замкнутый круг. Для того, чтобы найти пристанище в собственной душе, нужно быть творцом и человеком действия. Ненависть двух людей, не способных, однако же, обходиться друг без друга, это не самое истинное и трогательное, а самое жалкое из человеческих чувств. Любая влюбленная узнает себя в русалочке Андерсена, которая из-за любви сменила свой рыбий хвост на женские ножки, хотя ступала при этом словно по ножам и иголкам. Чтобы старость не стала нелепой пародией на нашу жизнь, существует только одно средство – преследовать цели, которые придают смысл нашему существованию. Бывают такие сильные соблазны, которые поневоле превращаются в добродетели. Настоящие художники не обращают внимания на современников. Они выпендриваются перед вечностью. Величайшее искусство – быть искренним, не будучи смешным. Здоровый ум ненавидит боль, ибо страстное желание боли, которое люди порой взращивают в своих умах, ненормально и противоречит природе. Но душе столько же дело до ума и его страданий, сколько дело кузнецу до боли железа в горне, у нее свои нужды и свои потребности. Не беспокойся ни о времени, ни об успехе. Играй свою роль, к поражению ли это ведет или к процветанию. Даже самая красивая женщина никогда не верит в свою красоту, а если на минуту поверит, то сразу же начинает тревожиться, достаточно ли она умна. Чтобы узнать мой возраст, вам придется меня распилить и сосчитать слои. Дожив до определенного возраста, приходишь к выводу, что все знаменитые люди в твоем возрасте были уже знамениты. Все, во что вы верите, становится вашей реальностью. Никогда не жалуйся, никогда не объясняй. Не поддавайтесь искушению защищать себя или оправдываться. Характер – это способность следовать избранному пути через много времени, после того, как улягутся эмоции, которые побудили избрать этот путь. О, как блаженно жгут лучи твои, сжигай меня, икона, я не струшу, я знаю, ты сожжешь грехи мои, чтобы отогреть измученную душу. Нет, он совсем не полоумный. Из театра в театр, неся свой крест, всегда выигрывает в сумме. От этой перемены мест.
Вы знаете, как устаешь притворяться. Быть самим собой очень трудно. Путь к себе невероятно сложен. Иногда всю жизнь человек идет к себе, да так и не доходит. Золотое правило этики в том, что нет золотого правила. То, что нет золотого правила, тоже правило, только не золотое, а железное. Фанатик – тот, кто всерьез воспринимает собственное мнение. Храбрость – сильнейшее желание жить, принявшее форму готовности умереть. Понятие бессмертия души придумали, скорбя об умерших. Всякое доброе дело на три четверти состоит из гордыни. Кто хочет греть свои ноги у солнца, упадет на землю.